Огняно світового шоу на Приморській площі на фестивалі «Сталева хвиля». Бажаємо вам гарного відпочинку, гарного настрою і запрошуємо усіх вас завтра сюди на Приморську площу, щоб відчути, що таке справжня «Сталева хвиля». Це п'ятий ювілейний фестиваль ковальського мистецтва. На вас чекає дуже багато усього цікавого, виступи талановитих артистів і наших спеціальних гостей з Івано-Франківська. Це тримбітна роковий гурт «Коральні». І з нетерпінням чекаємо наразі на світлове і вогняне шоу, яке представить нам колектив «Атар». Гарного вам вечора, друзі! Дорогие друзья, напоминаем, завтра начало праздника 15:00. Здесь будут работать мастера, будут наши скифы, казаки. Вы можете попробовать свои силы в стрельбе из лука, метание ножей. Детки могут пройти бесплатные мастер-классы от Cool English. Завтра Оксана Толик для деток сделает маленький праздник. Поэтому завтра с 15:00 и до упора вечера, а упор мы узнаем потом попозже, будет кому и чем главное заняться. Конечно, как я вам говорил, наши звезды. Завтра у нас будет выступать музыкальный коллектив «Хиты нон-стоп». Завтра наши казаки покажут, как нужно сражаться с боевыми орудиями, покажут традиции плаветных казаков, а также завтра скип продемонстрируют свое мастерство. Они будут барабанить, они будут метать ножи, и вы увидите какой-то колорит, костюмы, одежда, именно созданная тех традициях скифов. Ну что ж, мы готовим территорию для укрепителей огня. Еще буквально немного времени, друзья. И попрошу, друзья, выйдите ветер. Поэтому аккуратно, аккуратно, потому что невозможно предугадать. Я знаю, поэтому это еще не все. Просьба. Особенно кто находится вот здесь, нет, когда нужды. Начнется шоу, смотрите аккуратно, чуть-чуть примите в сторону, метр-полтора, вам будет и лучше видно, и самое главное, будет соблюдена безопасность. Наверное, будет идти по Шевченко, наверное. Разберусь по ходу действий. Хорошо, хорошо, все, давай, я понял, все, давай, окей. Угу. Да ради бога. Друзья, пару минут нас отделяет от праздника управления огнем. Сегодня наши друзья, наши мастера из города Мелитополя специально приехали сюда, чтобы показать искусство управления огнем. Давайте их поприветствуем. Thank you.
друзья, начинается зрелищное мероприятие «Управление огнем».
Ярославу. Завтра его вывезу. И, друзья, мы выиграли таким нехитрым способом. Они изогнали всех бесов с Приморской площади. Остались только настоящие светлые люди. Спасибо вам, дорогие. Слава Богу! Ну что ж, друзья, надеемся, что завтра будет такая же хорошая погода, а у нас будут такие же улыбки, как и сегодня. Приглашаем вас завтра на эту площадь. 15.00. Работает мастер-класс. Работают наши гости. Это кузнецы со всех областей. Это мастера Хэндмейда. Это скифы, которые завтра здесь разместятся, вот недалеко от бычка. Это наши казаки, боевой клуб «Спас», который покажет, как нужно управлять оружием и как надо уметь защищаться. И завтра на этой площади соберется около 50 байков от наших байкеров-гостей. Ну что ж, друзья, мы всем говорим до завтра. Пусть эмоции переполняют вас сегодня, а завтра пусть зажигают. Хорошего вечера!